По мне! Я думал, ты здесь убил. Убил. Уходи. Все. Есть мячики, походу. Или за общагой. Понял. Я в мячике сидит. Бел. Я за казармой. А, ходит у меня по дереву. Я на третьем. А, двое у меня. Тваниной коморки, еще на первом этаже слева. По лестнице поднимается. Спускается, может? Спускается. Двоих убил. Убил. Поднимайся. Поднимайся. Ушел в комнату. Похилюсь. Одного убила на третьем. На первом кто? Я. Ходит по холму. Да, вот он там. Он там мелькает среди елок. Я на кухне на втором. Все, подождешь? Минус один. Тельняшки? В тельняшке был челик. Бегу от платника к тебе по забору. Давай. На тельняшке вроде. Рубашка. Еще. Ранил. Где, не вижу. Холм. На гранате. Ранил еще раз его гранатой. Граната нам. Забор. Ты понял. Еще вверх, самый вверх. Еще ранил. Убил? Да. Тельняшка. Подхожу. Не убейте, я. Того, который по дороге к трёхе. У нас глушитель на АГС, по-моему. Где-то там. Как он на двух этот не умер, не вот вопрос. Забрала, не ломай. Чувак, который нужен. По мне! Я думал, как ты здесь убил. Сзади пошел? Да. А где звук? Возвращайся обратно. Звук вообще не было, что он подошел даже. Вчера открой, посмотри, что там хавает ресурсы. Да, я в пристрое. Кто-то ходит у нас, бегает по первому этажу. Угу. Шел выше по этажам.
Приглашал внутрь. Да, давай. Смотри, лесенку могут еще спуститься аккуратно. Так, кто-то еще идет к нам. Сейчас посмотрю, клановый, нет? Не, не клановый. Так, проверим этажи. Просто за мной иди, не подблочь, просто за мной потихоньку иди. Но по я этажу. Я жду, я тебя просто даю проход, что ли. Я поднимусь на третий, ты возьми второй под контроль. Тут на втором круг. Не зовут они. А. Ну, магазин или платник? О, да, магазин. На третий ко мне поднялся. В туалете у платника. Да и гранаты не такие, напоминаю. Там дверь, аккуратно. Ес таблетки. Пьет. На туалете стоит. Гранаты. Уходи. Все. Калаш у него или нет? Да, калаш. Сначала наведешь куда-то. Понял, да, ясь. Кто ты меня смотрит? Я. У Семенова. Что? Да, я лежу. Я его пробил немножко. Он жив, по-моему. На гранате. Не надо гранату. Лево, не лево. Гранату кинуло. Убил лево. Лево граната дана. Да, долго. А где еще один интересный вопрос? Я кидал гранату, я не знаю. Я тоже кидал. Был один. Говорю, был один. Пожаловать. Тарков. Вы поняли, да, куда нам надо? Я туда не хочу, ладно? Тебе придется стрелял. Дал ХЕ, зеленку. А его отпустили. Чивок. Его от нас, походу, убили. В контейнере. Я с другой стороны захожу, я где? Чья граната? Да. Не моя. Еще кто-то покидает. Возвращаюсь к тебе. Вал кто? Это я, вал я. Хорошо. Блин, он достал кидать. Где он, Ань, ты хоть скажи. Я не знаю, я не вижу, это он дерево. Он слева от тебя на времянках. Да, вон да, двое да. Пробежали да. К медичке. Да, одного, вероятно, убил. Второй сидит выше. Граната туда напрокид. Да, один минус. Здесь второй сидит. Там же рядом с ним в углу. Ты бежишь? Я там за синим заборчиком. Он сюда с моей стороны где-то. А он все тоже. Да. Отдохнул. Я вот через забор прострелил. По-моему, либо хатапка его все забрала. Или граната там где-то что-то кидал. Проверяю медичку, всякий случай. Я хилюсь, он меня проходил. ДВЛ-ка тот, который стрелял, типа. Угу. Так, он еще мой. Да, мой. А этот чей? Я этого точно не убивал. Да, этого я с МДР-ки убил. Тоже, походу, прострелом через забор. Либо он только пришел. Игр. Ну по заборщику, наверное, как-то просочился. Там же был калаш на этом, на АГС.
какао, медички, нам на старую надо идти. Это моя, если да. Что. Ты что, даже наушники на видео? Да. Даже гранаты мы взял? Двое на втором этаже. Минус один. Минус еще. Я лестница. Я лестница, да? Я лестница. Там еще есть. Дерево право. Был на перепрыжке был. Возможно, на третий поднялся, не знаю. На третьем пусто. Кино дороги. Гранаты прокидывают. Пускаюсь на первый. Первый никого нет. Железо. Блядь! Господи, как ты жив остался? Я на центре, я по центру. Угу. Поднимаюсь, второй. Пушка. Я зашел на второй пристрой. Убил, 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 убил. Мэтт, как ты выжил? Объясни мне сейчас вот. Я не знаю, момент. Не забрал установку. Я тебе 61-ми по лицу настрелял, блядь. Спасибо, что не убил. Как? 61-й, Мэтт. Еще я расстроен, смотри. Я расстроен? А если бы это был противник? Просто в лицо настрелял несколько попаданий, 61-м патроном, блядь. Первый спускай. Который алтын пробивает. Он знал про меня. Что? Говори, говори информацию. Что происходит? Бина, все норм. Хорошо, я спустился на первый. Мэтт минус, да? Ага. Мэтт соберу. Еще. Слышу. Двое. Красные повязки. У магазина, да, все еще? Убил меня! В моем комнате! Одного убила, один в комнате. Да. Правая часть. Бил. Кто-то еще идет.
эти только-только из-за речки пришли, типа. О, здесь есть. Ты подбегаешь? Я иду. Чё-то как-то странно, на Малан забыт уже, кстати, год прошел. Уже даже больше года прошло, а сегодня так и не выпустили релиз. Мы же хотели через полицию. Второй опять открыт, и первый открыт. Мертвый ЧВК на входе. Они в пристрое на первом. Блять, один пустой убил. Пристрое на первом. Убил, да? Да-да, с фонариком. В кухне грену дам. За стеной умер. Еще на улице один. Я ухожу, мне очень плохо. На улице у гранатной машины, Шайтаныч. Я минус. Откуда? Я на гранатной машине был. А, меня Аня убила, понятно. Так ты, блин, ты понимаешь, ты вышел прям под этого чувака. Двое на стоп, на станок. Да-да-да-да, я могу пойти! Зараза! Чёрт, у нас ещё трёшка, трёшки есть, чувак! Ага. Стоял, Виля. Что странное? У меня через зелёнку пробил просто. Странно. Видит меня повсюду. Через зеленку в магазине, когда была за магазин. Да, 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 да. Да, штаб 100%. Что еще, чувак, как это? Нахер? Он вообще голый с эмкой, все полный. Еще одна игрушка. Так, ну вдруг у него 5-го левела, как бы. Профессионал, сразу видно. Он 2-й уровень. Там живой еще? Нормально? Да, да, да. Второй уровень этот человек был. Странно, короче. В конце статистика пишет, что он вообще 1-го уровня, а жетон у него 2-го уровня. Блять, я сахар сожрала. Вот все за тебя. Вкусно было? Не очень. Подумаешь, ты весь пищу кушал. Я тоже люблю сахар есть. Блин, почему мне вспомнился вида шайтана сразу в этот момент? Тогда. Причем, сука, я вот понимаешь, у меня лежало два сахара. Один с галочкой, второй без, я сожрал, который с галочкой. Он вкуснее с галкой сахар. Ну да. Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.